Йо-йо-йо, привет, ребята, и сегодня мы будем скидывать гирю с 9-го этажа. Вот, мы уже смылись, мы такие веселые. А это наш подписчик, вот. Что-то он какой-то грустный, но у меня есть идея. Оп, это его паспорт. Опа, оп, оп. Ничего себе, как он хочет этот паспорт. Ребят, у меня тут разлетелась камера, ну вот так вылетел из машины, это была такая ржака. А это Егор показывает ему паспорт. О, он побежал, смотрите, он бежит за машиной. Мне кажется, это флэш. О, Егор потерял паспорт. Что, заметит он или нет? Кажется, он заметил. Блин, эксперимент отменяется. Вот дурачок. А паспорт у нас... Йоу, привет, ребята! Помните, мы в прошлом видосике забивали топор в дверь? Вот это была ржака! И сегодня мы решили пойти по-крупному, ребята. У нас есть вот такая вот здоровенная 16-килограммовая гиря. Мы узнаем, как влияет сила притяжения на эту фиговину. А кто это у нас там? А, это Влад. Ух, непоседа, куда залез? О, смотрите, Влад разминается. Да, разминка это очень важно. О, подожди, смотри. Вот, это для безопасности. Мы же не хотим, чтобы что-то случилось. А в этот момент Егор решил взять все в свои руки и затащить эту гирю на 9-й этаж. Он не ожидал, что она настолько тяжелая. Поднимаемся-то осторожно. Ух, тяжелая. О, я вижу этот взгляд, ему тоже не терпится скинуть эту гирю. О, показал класс. А в этот момент Влад настолько назанимался, что ему нужно водяное охлаждение. Смотрите, как он пьет. Он такой все-таки забавный. Все, кажется, Егор забрался на 9-й этаж. Смотрите, как он устал, еле-еле ногами передвигает. Ух, а отсюда высоко. А вон Влад, смотрите, тренируется. Он думает, это ему поможет. Он такой глупый. О, а это знак. Влад готов. Сейчас кинем эту гирю именно вот сюда. Все, Влад подходит. Он готов. Он готов на все 100%. Интересно, что будет с гири? Она отлетит, сломается? Что выдержит, его голова или гири? Можете поставить видео на паузу и ответить в комментариях, что выдержит, гири или голова Влада. Ух, не терпится увидеть это. Гиря промахнулась. Ай, ну что это такое? Придется ее затаскивать обратно. У Егора появилась вот такая вот идея. Мы нашли вот такой вот трос и просунули через гирю. А кто это у нас там? А, это Влад. Он переживает, потому что по нему не попала гиря. А он так ее хотел. Кажется, уже все привязали. Держится вроде крепко. О, Влад хочет сбежать. Или он что-то там нашел. Но Егор ему говорит, давай возвращайся сюда. Ну что ты такой, а? Все, гирю затаскивают наверх на 14-й этаж. Давайте перемотаем этот момент. Все, гиря на 14-м этаже. Влад уже под ней. Ждем. И... Вот это круто. Видно, как на замедлении у Влада из головы выходят искры. Это от трения. О, это было очень эпично. Влад так упал. О, привет, Егор. Интересно, он жив? Ну вроде дышит. Непорядок. Ну... Как говорится, нужно выполнять обещания. Придется отдать Владу его заветный паспорт. Давай, Егор, отдавай его паспорт мне. Опа.
забирай его, ты его заслужил. Если вам понравился этот видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. В следующем выпуске вы увидите, сколько понадобится коллекторов, чтобы выбить долг из должника. Ведь мы взяли кредит.